В рамках проекта в городе состоялись фестиваль патриотической песни, акции по уборке воинских захоронений, полевые поисковые экспедиции. В связи с эпидемиологической обстановкой большое количество мероприятий проводились онлайн. Но даже в дистанционном формате студенты, члены подростковых клубов, юноармейских, волонтерских и поисковых отрядов смогли поблагодарить всех, кто подарил нам победу, и отдать дань уважения тем, кто не дожил до наших дней. Особой наградой для участников марафона стали памятные статуэтки с заветами, лично подписанные ветеранами. Мы всегда занимаемся этим делом, этой работой, вообще поисковой работой и работой по сохранению исторической памяти, потому что у нас лежит душа, потому что мы знаем, что это важно и нужно. А когда награждают, всегда приятно, что эту работу видят, ценят и замечают. Трогательным моментом мероприятия стала передача родственникам наград и личных вещей участника Великой Отечественной войны Владимира Павловича Ускова. На протяжении 75 лет ветеран считался пропавшим без вести. Его останки были найдены поисковиками в ходе экспедиции под Ленинградом.